Раньше случаи побоев между родственниками рассматривались в мировом суде, теперь это дело УВД. На сегодняшний день в Челнах под колпаком около 700 домашних насильников. Это позволило предупредить тяжкие преступления. В прошлом году за 8 месяцев их было 26, в этом за аналогичный период всего 9. 548 неблагополучных семей регулярно посещают участковые. Такие преступления расследуются органами дознания, органов внутренних дел. Преступления такие мы расследуем быстро. Направляем в суд в течение небольшого количества времени. Полиция просит не терпеть насилие в семье, своевременно фиксировать побои, а также обращаться в Мирхаммед, где сейчас открыли центр помощи детям и родителям. Любая женщина, да, любой несовершеннолетний может туда подойти, как бы переночевать. Обратиться, да, да. Это получить психологическую, какую-то материальную этот, в виде еды, там, в этой одежды. Вот такой у нас есть в городе. Иногда пострадавшие боятся сообщить о домашнем насилии. Участковые при выявлении скрытых преступлений могут сами возбуждать уголовные дела без обращения потерпевшего. Лилия Денисова, Андрей Макаров. Новости Татарстана. 25 лет в жизни города, в жизни каждого.